Деятельность организованной преступной группы, сбывавшей синтетические наркотические средства на территории Выксунского района Нижегородской области, пресекли полицейские. Трое молодых людей, студент рабочий завода и безработный, организовали незаконный наркобизнес. Злоумышленники заказывали оптовую партию курительных смесей, товар забирали в указанном месте, затем расфасовывали по разным дозам и путем так называемых закладок сбывали наркоманам. При обыске полицейские находили наркотики буквально на каждом шагу. Обратите внимание, там подоконники, футляри обнаружены. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь свертков. Кроме того, были изъяты весы, фасовочный материал, несколько банковских карт и более 40 телефонных сим-карт. А наркотические вещества находились не только в квартире. Наркотические средства, психотропные вещества, то, что у вас при личном досмотре было обнаружено, в автомобиле есть? Могут находиться. С какой целью они там находятся? Или могут находиться? Для закладок. Теперь троица рискует отправиться за решетку. Каждому наркодельцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.